интересно мне. Не советую со мной играть. У меня свой метод с дерзкими. Сдайся и подойди ко мне. Ближе прилипай к рукам. Мысли только о тебе. На сегодня ты мой главный план. В городе наступает ночь. Обнимает нас лунный свет. Все проблемы уходят прочь. Ты готов услышать «нет»? Ты откуда такой смешной? Я тебя по глазам читаю. Ты как будто следишь за мной. Думаешь, я не замечаю. Просто я с тобой играю. Ой, как нравишься ты мне. Тебе не уступаю, мысли тают в голове о тебе. В городе наступает ночь. Обнимает нас лунный свет. Все проблемы уходят прочь. Ты готов услышать «нет»? Ты готов услышать? Хочешь ответь, я не буду это долго терпеть. У меня с тобою много проблем, но либо со мной ты, либо не с кем. Я твоя проблема очень большая. Мама любит тратить кэш, не считая. Я твоих подружек всех распугаю. Я такая, я такая. В городе наступает ночь. Обнимает нас лунный свет. Просто я с тобой играю. Ой, как нравишься ты мне. Тебе не уступаю, мысли таю в голове о тебе. В городе наступает ночь. Обнимает нас лунный свет. Все проблемы уходят прочь. Ты готов услышать «нет»? Ты готов услышать? Нет. Что ты хочешь ответь? Я не буду это долго терпеть. У меня с тобою много проблем, но либо со мной ты, либо не с кем. Я твоя проблема очень большая. Мама любит тратить кэш, не считая. Я твоих подружек всех распугаю. Я такая, я такая. В городе наступает ночь. Обнимает нас лунный свет. Все проблемы уходят прочь. Ты готов услышать «нет»? Я поймаю твой кошачий взгляд. Твое тело интересно мне. Не советую со мной играть. Тенька. Ой, дедушка, привет. Здравствуй, солнышко. Как же ты вымахала, а? Да. Надо же. Я у вас, по-моему, месяца два не был. Вот как ты выросла. Тебе уже 5 лет. 5. Ну, пора тебя азбуки учить. Пора, пора. А что такое азбука? Вот, я тут купил. Это буквы разные в определенном порядке. Алфавит называется. Мы из этих букв складываем слова. Ой, дедуль, я поняла. То, что у нас в подъезде на стене написано, это азбука. Нет, 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 это плохая азбука. Что ты? Ни в коем случае. Я тебя буду учить хорошие азбуки, очень хорошие. Как говорит наша бабушка, я торчу от внимания.
Ты поменьше бабушку слушай, она тебя плохому научит. Первая буква алфавита — буква А. Давай, называй слова на эту букву. Ну, не волнуйся, не волнуйся, я тебе буду помогать. Апельсин. Ананас. Анфиса Чехова. Это что такое? Она у нас в телевизоре живет, папа ее по ночам смотрит. Он говорит, что ему очень нравятся ее арбузы. Дедуль, ну а что, днем на рынке работает, арбузами торгует? Девочка, не надо ни в коем случае это смотреть. Это передача для взрослых. Детям это нельзя смотреть. А у нас в детском садике все ее смотрят. Даже воспитательницы спросили, как она относится к Камасутре. И что же воспитательница сказала? А что она скажет, если она в обморок упала? Не надо это все повторять, это и смотреть не надо. Ну, вообще, мы азбуку изучаем. Давай изучать азбуку. Давай. Следующая буква, сейчас я ее найду, буква Б. Ты знаешь какое-нибудь слово на букву Б? Я надеюсь, ты его не запомнила? Запомнила! Даже воспитательница спросила, что оно обозначает. И что же воспитательница сказала? Что она скажет, если она в обморок упала? Девочка, ну не надо повторять все, что взрослые говорят друг другу. Они всякие бяки будут говорить друг другу. Ты что, будешь повторять? На букву «Б» много хороших слов. Вот, например, твоя любимая бабушка. Бабушка начинается с разных букв. Ну, с каких это разных букв начинается бабушка? Чума в тапках, кошмар на кухне. Старая прихлебальщица Дракула в бегудях. Что это сказал? Это папа так сказал. Ну, твой папа прав. Я другое хотел сказать. Мы азбуку изучаем, понимаешь? Да, я понимаю. Следующая буква, господи боже. Буква В. Давай, называй слово на букву В. Вон, за окном на ветке ворона сидит. Страшная. А еще слово есть такое вкусное. На полочке, в шкафу, на букву В. Водка. Ну, в чем водка? Варенье. Я тоже люблю варенье, а папа любит водку, потому что водка – это папин варенье. Да, какая-то недетская азбука у нас получается. Следующая буква – Г. Давай хорошее слово на букву Г. Хорошее. Груша, голубь. Гадюшник. Ну что это такое? Ну это так мама мою комнату называет. Ты, наверное, свои вещи не убираешь. Нет, я свои вещи убираю, это бабушка вечно свою челюсть разбрасывает. В моей комнате. Слушай, ты какие-то истории расскажешь, мы буквы изучаем. Следующая буква Д. Вот много добрых слов на эту букву. Друг, добро. Доместос. Нет, что такое? Знаешь, бабушка готовила селедку под шубой, а бабушка плохо видит. И она вместо майонеза селедку под шубой доместосом прила. И что было? Ничего, весь вечер играли в большие гонки. Бабушка добежала первая. Слушай, ну я ничего не понимаю. Мы же буквы изучаем, а ты опять какую-то историю рассказываешь. Ты тоже про буквы рассказываешь. На букву «Д» много хороших слов. Вот скажи, пожалуйста,